Всем привет! Сегодня вот увидел попугай, хреново себя чувствует. Молодой птенец, самец. Вот видите, похудел. Короче, понос у него. Это первый раз за все лето. Вот. Видите? Я сейчас почистил. Зеленый уже страшный понос. Что-то съел. Вот он слабенький. Прям чувствуется, что он худой. Вот, кий даже торчит. Пару дней он поносит, я просто не заметил. Сейчас смотрю, он сидит, нахохлившийся взял, а он худой. Посмотрел, а у него все в этом, в помете. Короче, вот, сейчас я ему дам вот так вот этот фуразолидон. Фуразолидон. Да, фуразолидон. Вот таблетки. Вот такие. Левомицина вообще, оказывается, нет. Короче, вот я отломал вот этот, по-моему. Почти целая. Вот, вот таблетка, отломала вот кусочек. Видите? Маленький. Так, шприц, вода. Ну, попробуем вылечить. Не знаю. Посмотрим, что будет. Короче, разбавлять не буду. Прям вот, в рот ему, в клюв. А он проглотит? Проглотит. Жить захочет, проглотит. Он его грызть начал. Да ешь, ешь. Он горький, да? Нет. Нет, не горький. Кушается. Ну, ему плохо, блин, я не знаю, он выживет, нет. Что-то он съел. Остальных сейчас всех пересмотрел, все вроде нормально. Чё-то... Даю много зелени, не знаю, может, что-то попалось ему. Вот. Он ее сам грызет. Ну, вроде все. Проглотил? Вроде проглотил. Сейчас я его, наверное, отсажу. Или пущу. Ну, отсадить его, блин, я не знаю. В клетке он не был, наоборот, стресс будет. Запущу, наверное, вольер туда. Посмотрим, как он себя будет чувствовать. Вот он, самец. Вот, зеленый. Сейчас посмотрим через пару дней, что с ним будет. Выживет, выживет, нет, нет. Попробуем вылечить. Ладно, спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся.